Всем доброе утро! Очередной выходной, и сегодня у нас будут великие планы. Я еду на Иж, завел мотоцикл, так как там меня уже ждет техника, точнее подъезжая, так что понеслась. Ну идет, да, тихонько? Ну так-то он пойдет. Вот если даже 20, ну, местами. Вот смотри. А, вот тут. Натянули шнурку. Вот, сейчас он пойдет по шнурке. Сразу же будет фрезеровать. Чуть-чуть туда. Ну, нормально, нормально. Нормально. Решили пройтись еще один раз. Ну хотя вот на мой взгляд все четенько, особенно вот там. Прямо идеально может застилать газон. Но ребята говорят, давай пройдем еще один раз. Попробуем. Я говорю, давай. На самом деле очень тяжело здесь работать в планах, то что участок много, в нем вот таких вот корней, где-то буквально там по 2-3 сантиметра старых, вот торчит корень, и это усложняет работу фрезерной машинки, которая прицеплена на тракторе. Но тем не менее работа идет, но вот этот вот здесь меня вообще результат устраивает, прямо огненный, прямо классный. Прямо каточком пройтись, газон застелить, но нет. Здесь, вот именно на этом месте, будет у нас жить картошечка. Да, все. Ну что, процесс идет. Сейчас нас намотало корни. Убрали корни. Что-то пошло не так. Конечно, участок, на самом деле, очень тяжело мне было бы мотоблоку работать. Потому что попадаются корни. Но он идет спереди, у него ковш, он цепляет корни и сразу же их выдирает. И потом уже идет фрезеровка. А так получается очень огненно. Огненно, красиво, хорошо получается. Что-то замешкался. Кстати, господа, японский экскаватор купили, разговаривал. 480 тысяч со всей навеской, кроме переднего ковша. 32 года экскаватору. 32 года. Сказал он, здесь стоит автоматика. В плане то, что если трактор нагибается, фреза стоит ровно. Офигенная фишка. Из-за этого вот он на бок заваливается, а фреза стоит ровно. Сейчас покажу это, каким образом реализовано. Вот. Он бывает еще сильнее завалится, а фреза в любом случае стоит ровно. Это офигенная фишка. Вот они, японцы. 32 года от экскаватора трактору. Обалдеть. Система автоматики. Все, огонь. Блин, знали бы они, что я мотоблок купил за половину этого экскаватора. Знал бы, я бы лучше бы экскаватор купил. На все деньги. Не экскаватор, а трактор. Да? Давай вперед чуть-чуть. Ага, все. Давай. Вот так обжимает. И тихонечко достает. Все, выдернул. Все, дома. Процесс идет. Я тихонько хожу с грабельками, собираю вот такие вот бутылки, стеклышки с земли. Кто-то накидал тут.
плохой человек, а процесс-то идет прямо огненно. Участок ровный. Блин, чернущая земля, прямо огонь. Червячки вон ползают. Блин, как я доволен, а? Главное, по кайфу. Блин, у нас так бутылок, конечно, очень много. Едет впереди корень, хоп, тут же его выдрал. Блин, прямо круто. Какой нафиг мотоблок? Корень торчит. Сейчас мы его подковернем и выдернем. Опа. Такие вот подарки достаются здесь из земли. У нас идет процесс. Вот еще тут один корень достаем. Участок у нас приобрел внешний вид классный. Но здесь у нас будет будущее — лесная беседа. Таким образом, мы пашем здесь землю, потом прямо и туда. И у нас здесь появится лесная беседка для людей. Закрываем периметр. Периметр участка. И скоро у нас здесь будут расти ели. Бутылка там, наверное. Бутылка как будто бы. Да, бутылка пластиковая. Ее сейчас выкинет. Ага, бутылочка. Здесь-то вообще просто... Впереди нас ждет посадка 800 елей по всему периметру участка шагом 40 сантиметров. И около 200 елей я буду сажать, точнее мы будем сажать всем семейством возле реки. Облагородить берег реки и сделать живую беседку. Как это все будет происходить, это все будет смонтировано в следующем видео.